Здорово, народ. Серега Северной Ирландии. Механик. Приобрел сегодня такой пистолет, или я не знаю, как по-русски будет. Вот. От Милуоки. Вот эта модель. Это новая 503. С двумя батареями, 503 с тремя. Это мне кольца разница. Три года гарантии. Инструкция. Подзарядить надо, потому что все надо. Короче, этот пистолет нужно управлять с application, это с телефона. Можно выставлять скорость, торг, это блин, сколько тебе нужно торг, короче, до... восемьсот девяносто восемь максимальная. Ну тут можно контролировать. Четыре кнопки есть, короче, меню есть. Вот эти четыре кнопки. Вот эти вот кнопки, ребята, можно контролировать по разной скорости, разный торг и так далее. Зарядка. Ну, такой пистолет, я вам скажу, ничего. Снап-он этот, это одно, а Milwaukee это другое. Кстати, этот мотор сделанный без щеток, новой технологии. Щетки не нужно менять, потому что их там нет. Раньше надо было щетки менять, а сейчас это все новая технология. Надеюсь, в скором будущем они произведят, блин, на солнечных батареях, чтоб служило точно, блин, всю жизнь. Такой, я вам скажу, пистолетик такой солидный в руках. Конкретный бренд. Чувствуется в руках хорошо тоже, замечательно. Вот так. Коротенько такое, это самый обзор. Пистолет вроде бы такой солидный. Нормально выглядит. Всем хорошего настроения. Пишите, если что не так.